Как легко привлечь внимание своего тренера? В начале тренировки, когда он будет что-то объяснять, подойди максимально близко к нему, чтобы ты точно был у него на виду. Но с близостью не перебарщивай. Когда начнутся упражнения, то тоже не забывай про расстояние. Его быть не должно. Если ты вдруг заметил, что он не смотрит на тебя или куда-то уходит, то обязательно верни внимание к себе. И если после этого он заставит тебя отжиматься, то поздравляю, ты вызвал у него эмоции. Во время тренировки обязательно поддакивай и переспрашивай то, что он рассказывает. Возможно, после этого тебя захотят отпиздить одноклубники, но самое главное, что он заметит, что ты его слушаешь. Ну и напоследок, если за 6 часов... Стоп, сейчас не об этом. Если во время игры ты забьешь гол, то обязательно подбеги и отпразднуй гол вместе с ним, ему будет приятно.